Всем добрый день. У нас сегодня на улице минус один. В принципе, погода хорошая. Егор вчера вычистил крышу всю, а муж здесь крышу почистил. Ну и вот эту вот тоже, вот там крышу тоже почистил. Так, ладно, я пошла в магазин. Мне надо купить хлеб, молоко, ну и так по мелочи что-то набрать, продуктов покушать. Потом будем варить на ужин, кушать что-то. На обед у нас есть что покушать, а на ужин надо приготовить. Да, Тайсон? Да. Идем все к Тайсону. Фу! Фу, я сказала. Тайсон, фу! Ну, фу! Он сейчас меня задавит. Фу, я сказала. Почему я сюда иду, сейчас я вам объясню. Вот у него вход в будку. Там у него одеяло. Да, Тайсон, фу! Запрыгал, меня все заморал уже. У него там одеяло. И получается, у него в будке очень тепло и не заметает дверь. Фу! Ой, господи. Сейчас с ним тут... Он меня всю исцарапал. Так что все, кто за Тайсона переживает, не переживайте. У Тайсона все хорошо. Да, Тайсон? Чуть меня не сшиб. Фу, ладно, иду я в магазин. А потом будем с вами готовить кушать. Смотрите, какая у нас дорога. Слякоть на дороге. Ужас. Пишите, какая у вас погода. Мне будет тоже очень интересно. Такая вот погода. Песком, видимо, посыпали до соли. Опять не пройти, не проехать. Ну, хоть немного расширили вроде дорогу. А то вообще было не пройти. А так в целом нормально. Я себя, кстати, сегодня уже намного лучше чувствую, чем вчера. Я вчера в том, что в литок напилась, пропотела под одеялом. Чай с медом напилась на ночь и с лимоном. И ничего, и мне легче, намного легче стало. Так что не переживайте. Ладно, идем в магазин. Так, дорогие друзья, пришла я уже с магазина. На улице так хорошо, так тепло, вообще прям благодаря. Так, в целом показываю, что купила. Ну, в первую очередь, это хлеб, три булки белого. Потом взяла молоко, всегда в пакетах беру, а нету сегодня молока, потому что выходной день, воскресенье сегодня, кстати, у нас, да. И вот эту вот бутылку взяла, 125 рублей, срок годности с 27.01 по 4.02, поэтому хорошее молоко. Дальше купила яблочек по 85 рублей за килограмм. Дальше уцененную морковку взяла свинки за 10 рублей за килограмм. Можно также и на салатике, она мелкая, потому что, видите, вообще мелкая. Можно также отварить, салатик сделать. Кстати, селедку тоже купила. Можно, по идее, точно свеклу отварить. Вот эту мелкую морковку и салат сделать. Чего я туплю? Так, ладно, пекинскую капусту взяла. Сегодня буду наподобие шаурмы что-то делать, но нету свежих огурцов. Поэтому вместо свежих огурцов сделаю солененькие. Взяла несколько штучек. Потом тут зелень, укроп и лук. Морковка по-корейски. Обычную капусту взяла, хочу суп сварить. И немножко взяла вафели к деткам, чай попить. Вот такие вот в целом у меня все покупки. Девчонки, вот у меня эта новая помада на губах, но я, правда, ее не сильно ярко делаю, потому что если сильно намазать, ну как, я один раз мазанула и губами сделала, и вот так вот. В принципе, ничего, пойдет, пойдет. Другой нету, значит, пойдет, все пойдет. Ладно, дорогие друзья, всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. В целом, чем буду заниматься? Сейчас занесу мясо, надо перекрутить, и надо на ужин что-то готовить. Помимо этого, надо еще шаурму сделать. Сейчас курицу сделаю. Суп капустный хочу сварить. Рисовый, что вчера сварила. Вот сколько поели, пол кастрюли съели. Поставила в холодильник. Что вы думаете, оно прокисло? К утру оно все прокисло. Ну ладно. Вот. Просто это зла не хватает. Света, ты вообще чем-то заниматься собираешься? Ладно, дорогие друзья, всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Всем спасибо за вашу поддержку. Всем спасибо за то, что вы смотрите нас, то, что вы со мной общаетесь. Очень многие со мной общаются в личку, поэтому я очень рада. Всем хорошего дня. Ладно, иду
переодеваюсь и занимаемся делами. Установила я Оксане приложение, где примеры решать, чтобы математику она улучшала дальше. Вот так вот, смотрите. Видите? О, молодец! Ура! Сейчас дальше будет. Сейчас, тут закрыть можно. Вот, следующее. Теперь минус. И вот так вот. Оксана, тебе само нравится это приложение? Да, вот так вот она решает. Ваня, нельзя! 4 минус 2. Разные, кстати, в интернете на Play Market нашла для того, чтобы улучшить ребенку знания. Вот такие вот приложения она решает, и она запоминает очень хорошо. Тебе нравится, да, Оксана? Ну ладно. Вот такой вот. Минус 1. И ладно. Пусть занимается. Так, помыла уже яблоки, начала шинковать капусту и забыла, что ничего не засняла. Нашинкую сразу весь вилок для супа и хочу еще, ну, если останется, то немножко потушить. Ну, что-то придумаем, короче говоря. Ладно, готовлю. Так, здесь у меня обжаривается капуста для борща. Тут мясо варится и чайник кипятится. Готовим кушать. Сына меня перекручивает фарш. Тяжело, да, Егор? Стол шатается. Вот этот вот на кухне стол вообще сильно шатается. Одну тарелочку мы оставили для... Как они называются? Шаурмы. Во. Все, забыла. Все, остатки уже перекручивают. С хлебушком остатки уже делают. Умничка, сына. Половину я перекрутила, половину мне сына помог. Потому что мама рука устала. Половина. Больше половины. Ты перекрутил, ну и половину я, можно так сказать. Так, все. Перекрутили, ура! Из этого фарша потом будем делать с вами пельмешки. Так, вот столько вот у меня получилось фарша. Сейчас добавлю специи, перец, соль. И все перемешаю. Тут немножко курицы и свинина. Так, у меня получилось 3 таких пакетика с фарша. Убираем в морозилку. Так, начинаю делать шаурму. Что мне для этого понадобится? Лаваш. Начинка у меня здесь соленые огурцы, корейская морковка, пекинская капуста, лук, укроп, мясо, кичунес. Сейчас все это буду делать. Потом покажу, сколько наделала. Так, обжариваю шаурму. Короче, лаваши полное Г. Не получилось у меня шаурма, потому что лаваши очень плохой. Зубик выпал. О, как хорошо зубик у Оксаны молочный выпал. Положи под подушку, тебе зайка 5 рублей потом положит. Ладно, готовлю дальше. По одному получилось. Лаваши рвутся капитально. Больше такие не буду брать. Вот сейчас покажу, что за фирму лавашей брала. Вот такие вот вообще плохие, ребята, лаваши. Не советую. Рвутся капитально. Да. Так, ладно. Сейчас доделаю. Деткам уже прям так дала. Они жареные есть, так что пускай едят. Так, суп почти сварила. Ну, свекла плохенькая, поэтому, ну ладно, пойдет так. И тут у меня тушится капуста. Остатки от начинки от шаурмы осталось. Тоже сюда бросила. Будет вкусно. Все, пойду отдохну и чай попью. Вышла из бани, иду домой. Всем, кто сегодня в бане моется, всех с легким паром. Ну и кто в душе тоже. Ладно, иду домой, а то сейчас замерзну и заболею еще сильнее. Вот такая вот я обычно после бани вся пушистая. Можно так сказать. Волосы в разные стороны, но не об этом суть. У нас время уже 12 час. Я развесила белье. Вот сейчас, знаете, когда у меня нет в коридоре веревок из-за того, что я там делаю ремонт, я понимаю, как мне нужна на сушилка, которая на пол ставится. Чтобы на нее развесил и поставил. Возле печки оно бы сохло бы. Как только получу зарплату, обязательно куплю. В целом, что сегодня приготовила? Приготовила борщ, приготовила шаурму, дети поели, и потушила капусту с мясом. Ну, я показывала вам, что я ее тушила, но не показала до конца, что потушила, но потушила. Сейчас вот как раз холодильник собираюсь убирать.
потом еще смонтирую вам видео и поставлю загружать. Так что вот так вот. Все помылись, все довольны, все спать легли. Я сейчас тут еще поубираю, потом смонтирую и тоже лягу спать. И, кстати, у нас на канале «Жизнь с домашними животными» скоро появится одно видео. Об этом вы сможете узнать, ну, буквально через пару дней. Пока я засниму, время найду для себя, чтобы заснять. Или Маша заснимет. Там видно будет. Так что оставайтесь с нами. Всем желаю крепкого здоровья. Всем хочу сказать огромное спасибо за вашу поддержку. Огромное спасибо за подсказки, как и что сделать. Ну вот, стараемся понемножку, потихонечку стараюсь. Да, с детьми тяжело ремонт делать. И когда еще зимой, вообще тяжело делать, потому что курточек очень много висит в доме, как вы понимаете. И мне их убирать просто некуда. Потому что если я их вынесу на улицу, потом мне будет холодно, и дети холодно одевать тоже не будут. Ну ладно, не об этом суть. Потихоньку, помаленьку сделаю ремонт, все нормально будет. Завтра с утра поеду в школу, мне надо... Не в школу, сначала в администрацию, мне надо получить справку на бесплатное питание и отвезти в школу. Потом мне надо договориться с родственником, чтобы привезти комбикорм. Он мне тут писал, что завтра, возможно, он будет выходной. И, если что, надо будет с ним договориться по времени, чтобы привезти прям комбикорм. Пару мешков, потому что у нас комбикорм все закончится. А машины, как вы знаете, у меня нету привезти. И вот друг у меня, который всегда безотказный. Кстати, тебе привет, я знаю. Имя не буду называть, но я знаю, что он меня поймет. Он всегда, знаете, даже вот подруга звонит, говорит, блин, вот как плохо, что на заезде, мы бы тебе быстро бы привезли, не пришлось бы тебе искать кого-то. Да, я знаю, что они бы мне всегда бы выручили, привезли бы. Ну вот нету их. Я одного спросила, не может привезти, второго спросила, не может привезти, третьего спросила, не может привезти. Ну вот завтра еще вот, если надеюсь, что привезем, короче говоря. Ну вот так вот, да, без машины трудно, но ничего. Что теперь поделаешь? Сейчас пойду кремом намажусь, а то после бани кожа прямо это стягивает кожу. Ладно, дорогие друзья, всем желаю всего самого хорошего. Всем говорю огромное-огромное спасибо. Дай Бог вам крепкого здоровья. Ну и всем говорю пока-пока.